Здравствуйте, мои дорогие любимые. Я Наталья Радомская. Я нахожусь в прекрасном городе Сочи. За мной играет музыка в концертном зале фестивальном. Я стою возле этой красивой пальмы и готова вам рассказать таро-прогноз для каждого знака зодиака на сентябрь месяц. Итак, начнем с такого знака зодиака, как Овен. Что же Овна ждет в сентябре 2018 года? Карта свинья. Гость. К вам кто-то придет в гости, какой-то важный гость, либо кто-то ворвется в вашу жизнь, какой-то человек. Для женщин это поклонник, для мужчин поклонница. Либо вы просто будете ждать ожидания каких-то гостей. Это гости, это, знаете как, вот, можно, конечно, предположить, что гость может быть какая-то весть, но нет, я ощущаю, что гость – это именно к вам придут гости, к вам кто-то придет в вашу жизнь. Телец. Тоже гость, тоже свинья, надо же, тельцы. Но вас так же, как для овнов, ну, ждите кого-то в гости, ждите кого-то в свою жизнь. Вот это надо такое, ну, вообще. Близнецы, надеюсь, что не гость. Свадьба в перевернутой позиции, близнецы. Ну, в отношениях будет трещина с вашей второй половиной, либо в каком-то партнерстве. Давайте-ка уточним. Смерть. Полная трансформация. А нет, вы знаете, если бы смерть была перевернутой, значение было такое, что расставание. Нет. Трансформация отношений. Что-то у вас поменяется. Если было хорошо, будет плохо. Было плохо, будет хорошо. Полнейшая трансформация ваших отношений с любимым человеком, либо в вашем партнерстве. Если на работе, да, у вас какое-то партнерство, полностью все поменяется. И не в худшую, а в лучшую сторону. Рак. Зеркало. Перемена жизни. А давайте узнаем, в чем перемена? В чем? В какой области? Нож. Вы знаете, я бы сказала так. Зеркало, перемена, да. Оно ж в том, что тот, кого вы считали другом, он покажет себя не с лучшей стороны. Присматривайтесь, никому не доверяйте. Иначе отношения с кем-то могут претерпеть неудачи, и вы просто откроете глаза на какие-то пороки человека. Увидите, ну, увы, ах, но тот, кто предупрежден, тот вооружен. Следующий знак зодиака – это лев. Дым. Вы будете рассуждать, вы будете думать. Давайте-ка посмотрим, с чем будут связаны ваши рассуждения с браслетом. Вы как будто бы, знаете, я бы сказала так, что вы вгоните себя в какую-то ситуацию, станете заложником какой-то ситуации, не сможете выбраться оттуда и будете думать, а как же из нее выбраться. К сожалению, сентябрь месяц будет только месяцем обдумывания, месяцем принятия решений. Это естественно, потому что быстро уходить из каких-то сложных ситуаций не удавалось никому. Но вы уже будете близки к тому, что выйдете из какой-то сложной ситуации. Следующий знак зодиака – это Дева. Сентябрь месяц, нож, предательство, как будто бы, знаете, как нож в спину, предательство, какие-то потери, с чем будут связаны. Вот, смотрите, собака в перевернутой позиции, еще такая есть поговорка: хорошо, когда собака друг человека, плохо, когда друг собака. Это ваша ситуация, ну, к сожалению, зато вы знаете правду. Весы. Отец в перевернутой позиции, какой-то мужчина подставит вам подножку. Какой-то мужчина не поможет вам в чем-то. Либо если вы надеетесь, если девушка, женщина смотрит мне, если вы надеетесь на своего мужчину, что он будет вам помогать, оберегать, этого не будет. Рассчитывайте только на себя. Если вы мужчина, выпадает эта карта, значит, тут другая трактовка. Вам, наоборот, нужно рассчитывать только на себя, и только вы сможете стать кузнецом собственного счастья. Для мужчин, в принципе, карта хорошая, для женщин нехорошая. Скорпион. Зеркало. Перемена жизни. А в чем? Глубина. Вы нырнете. Вы нырнете в свои какие-то
знаете, либо скорпион влюбится, да, либо он просто нырнет в свои размышления, он уйдет в себя. И если до этого он был живой, то сейчас это полная трансформация скорпиона внутри себя. То есть это даже перемена жизни не внешней, а внутренней у скорпиона. Ну, к чему это приведет, решать только вам. Я же только говорю вам информацию, все зависит только от вас. Следующий знак зодиака – это стрелец. Нож. Да что ж такое у нас ножи сплошные, а? Какое-то... Давайте узнаем, предательство в чем связано. Ага, в вашем доме есть человек, враг. Либо, знаете, я бы сказала так, кто-то из близких, ну, вам не поможет. В трудную минуту вас оставит. Для вас это будет как нож свинью. Либо, если вы живете один-одна, это может быть на работе. Потому что дом, это может быть еще казенный дом. Козерог. Черепки. Черепки в прямой позиции, это в принципе неплохо. Ссора какая-то. Ссора и будет примирение. Обязательно. Давайте узнаем, где, в чем, чего. Ну, веселье, перевернутая позиция. Ну, такое ощущение, либо вы где-то будете пьянствовать, выпьете, наговорите лишнего и поссоритесь, потом помиритесь. Либо просто ссора на пустом месте. Ничего серьезного. Так, следующий знак зодиака – это Водолей. Девушка, какое-то удивление вас ждет. Чему-то вы удивитесь. Дива. А чему же вы удивитесь, Водолей? Что же вас так удивит дом? Либо вы найдете неожиданно новую работу, вам предложат. Хоп, и вы вроде бы ждали, но тут забыли, да? Нежданно-негаданно вы получите ту работу, на которую рассчитывали. Также это может означать, что если вы мужчина, какая-то девушка, войдет в вашу жизнь, вы познакомитесь с девушкой. Или если вы девушка, то вас ждут хорошие новости, которые вас будут удивлять. Это новая работа, это даже новые отношения. Дом – это семья. Ну, прекрасно так. И последний знак зодиака – это рыбы. Зеркало. Это уже не первый знак, кому подает зеркало. Перемена. В чем же перемена? Дьяволица. Зависимость. Вы будете зависимы от какого-то человека. Вы будете днем и ночью о нем, либо о ней думать. Если раньше с вами такого не случалось, и судя по этим картам, что нет, вы просто будете маяться в своих мыслях. Слушайте, рыбы, а зачем маяться? Есть телефон, позвонили, сказали, люблю, скучаю, приходи, в чем проблема? Ну, рыбы всегда любят создавать проблемы. Не в обиду сказано рыбам, нет. Все мы создаем себе проблемы, я тоже. Так что подумайте, воспринимайте мой астропрогноз, либо таро-прогноз, как подсказку. И все будет хорошо. С вами была ваша Наташа.